Вручную картофель здесь будут собирать до начала сентября. Тогда начнется заготовка на зиму и на поле выйдут комбайны. А пока трудится бригада из 16 человек. Вместе они набирают по 1000 сеток за смену. Это 30 тонн свежего урожая. Работа началась совсем недавно. Копают ранние сорта. Картофель чистый, ровный, среднего размера. Это сорт Red Scarlet. Его семена посадили 80 дней назад. И вот сегодня первый урожай. Идеальный, как говорят сами аграрии. Сейчас уборка картофеля идет для текущей реализации. Эти сетки с розовым картофелем готовят к отправке в Нижневартовск. На подходе партия для тюменских рынков. За свежим урожаем оптовые покупатели приезжают каждый день. В новом сезоне аграрии хозяйства в Ямбаево высадили почти 200 гектаров картофеля. Урожай уже радует. Здесь он на 50% выше, а значит, цена будет ниже. В прошлом году был засушливый год, картошки мало было. Цена-то, конечно, больше была. В этом году нормально, поэтому цена где-то поменьше. Если прошлый год было 25-26 в это время, то сегодня 13-14, вот мы продаем. На прилавках магазинов, торговых сетей уже картофель на любой вкус. Фасованный, мытый, для жарки, белый или розовый, стоимость доходит до 209 рублей. Она зависит от производителя, качества и объема продукта. Но главное, свежий урожай продают и по социальной цене, почти 28 рублей. Морковь, свекла, капуста тоже дешевеют. Годовые темпы снижения цен на свеклу, морковь, капусту и картошку составили от 7 до 36%. Основной вклад внесло увеличение предложения. Увеличились поставки импортной продукции овощей и фруктов, а также поступила продукция отечественных, в том числе тюменских производителей нового урожая. Также свой вклад внесло укрепление рубля. В результате все это привело к замедлению инфляции в июле в Тюменской области до 11,6%. Индекс потребительских цен в регионе остается ниже, чем в Урфе и в целом по России. Например, так называемый борщовый набор вырос в стоимости за год всего на 7%, тогда как в мае этот показатель был 20%. Цены на продукты несколько снижаются, вот, и это такой сезонный спад, который невозможно назвать, как многие называют, там, дефляцией, да, потому что дефляция – это все-таки снижение цен в продолжительном периоде времени, а не сезонное. Сейчас крупные торговые сети заключают долгосрочные контракты на поставку продукции в течение года. Давать точные прогнозы на зимние цены эксперты не рискуют. Неизвестно, как пройдет осенняя страда, могут помешать дожди. Сегодня уборка картофеля и овощей только началась. В Тюменской области к работам приступили в 5 районах из 18, где посажены эти культуры. Евгения Губина, Артем Суханов, Тюменская служба новостей.